Друзья мои, всем добрый день. Сегодня 13 июля, это Ленинградская область. Начинаю собирать перцы. Это перец вельможа, сладкий. Вот такой вот он. Это сортовой перец. Был посеян на рассаду 7 июля. Здесь я экспериментировала два перца. Один был, выращивался классический, второй, друзья мои, я обрезала верхушечку. Есть у меня видео, для чего я этого делала, оставлю ссылку. Вот здесь я уже собрала перцы. Сейчас я соберу их вот здесь вот. Те я уже взвесила, все расскажу, покажу. Ну, вроде бы как перцы еще не созрели, но, друзья мои, куст в описании до 2 метров вырастает в теплице. Но вот, видите, куст не растет, не тянет больше, хотя и подкармливаю, и поливаю хорошо. Хочу снять все-таки эти перцы, пусть они дозариваются, а здесь как следует пролить и подкормить. Вот посмотрим, сколько мы еще сможем получить. И вырастет ли он у нас, как нам обещают, ну, хотя бы до 1,40 м. Вот, друзья мои, также хочу показать перец Магна. Тоже я сейчас его сниму, вот эту перчинку. Вот, он немножко не дозрел, но мне кажется, он тормозит. И вот, друзья, можете тоже посмотреть. Вот этот куст был обрезан. Кончик, ну, оставлю я ссылку. И вот это, друзья мои, классические вела. Ну, в принципе, по плодам я смотрю одинаково, но здесь, друзья мои, плоды намного крупнее и раньше начали, получается, что созревать. Вот, очень интересно. Конечно, я буду продолжать в следующем году такой эксперимент. Вот, можно посмотреть. Вот плоды. И вот здесь вот. Вот здесь то же самое. Кент. Здесь мы уже снимаем, они уже зреют. Вот тоже обрезанные. И здесь вот классические. Ну, в принципе, тоже уже. Ну, в общем-то, интересно. Можно, если сажать по 3 семечки, одно обрезать. Как-то все это. Еще вывода не могу сделать. Ну что, снимаю эти перцы и идем взвешивать. Вот так вот я обрезала перчик. Сейчас сниму нижние листья, уже совсем они старые. Вот. И как следует я его пролью и подкормлю. Подкормлю прям и комплексным удобрением 18-18-18 и какими-то органическими болтушкой тоже обязательно пролью для наращивания массы. Потому что пишут он, что, друзья мои, до 180, 140, 180 сантиметров. Вот мы и посмотрим. Так, у нас довольно-таки прохладно. И вчера я тоже здесь сжигала в этой теплице шашку, друзья мои, уже Гефест. Уничтожает вредителей, стимулирует рост. Вот, профилактика фитофторы и способствует плодообразованию. Все делала по инструкции. Вот. И в 11 часов я вышла открыть, чтобы проветрить. Друзья мои, на улице было 9 градусов. Замерзаем. И такой у нас будет весь июль. Но сегодня вроде бы потеплело, поэтому вот буду все поливать и кормить. Неделю вообще было невозможно этим заняться, потому что или ураганный ветер, или ливень. В общем, не погода. Но я хочу сказать, что, в принципе, вот по мне это лучше, чем плюс 35. Ну что, пошли взвешивать. Так, ну вот с одного кустика, друзья мои, я собрала. Кило 254 минус 200 грамм чашка. Кило 50. Из другого куста. Даже интересно. Вот вам и пожалуйста. Минус 200, 880 грамм. То есть, представляете, есть смысл обрезать верхушку у перца в рассадном периоде. Вот они, во-первых, крупнее, быстрее. Что-то как-то удивительно. Но на следующий год обязательно буду делать. Так, перчина сама. А, так. Ну вот, 14 сантиметров, 15. Весит она у нас.
257 грамм. Так, и вот эта перчинка, вот такая вот, посмотрите, такая красота. И насколько он вкусный, это магна. Тоже я их заказала уже. Вот, друзья мои, 223 грамма. Вот такой вот перец. Это уже, конечно, можно кушать. Ну, вот это вот тоже, если кому-то встретится, вот рекомендую, хороший. Сейчас мы еще посмотрим. Я его как следует накормлю, напою и... И спать уложу, да. Посмотрим, сколько он еще даст здесь, в Ленинградской области. Ну вот, друзья мои, кому была полезна информация, спасибо. Всем хорошего дня. До свидания.